Светлана. Мы сегодня встретились, потому что очень сильно хотим узнать про марафон. Новый марафон какой-то, неизвестный еще нам всем. Расскажи, пожалуйста, что это за интересный проект? Очень много заявок по переходу на другое питание. Очень много заявок на то, что люди не могут войти в сухие дни, даже на 3 дня их выбрасывают либо физиологически, либо психологически. И я все же решила сделать такой марафон, где у нас он продлится 9 дней. То есть у нас будут 2 дня, я буду рассказывать, как правильно входить в сухие дни. 7 дней у нас будет сухих, но это не просто будут сухих, это будут с ежедневными эфирами. И я буду рассказывать, что происходит с вашим телом, какие процессы происходят и на уровне сознания, на уровне осознания. Что у вас будет, что вы будете осознавать, через какие процессы познания. И один день это будет выход из этого состояния, выход не просто, наверное, среднестатистический, а потому что очень многие люди, когда выходят с сухих дней, начинаются отеки либо судороги и много всяких процессов. И чтобы их избежать, мы будем, конечно же, говорить и про них. И этот марафон, он будет либо в конце января, если наберется 100 человек, мы уже сегодня, завтра сделаем группу, либо это будет после марафона «Пранафит». Скажи, пожалуйста, а какой уровень подготовки должен быть у тех, кто заинтересуется этим экспериментом смелым и кто хочет попробовать себя на сухих днях? Это будет абсолютно для любого уровня подготовки, потому что там никто не будет обязывать людей, чтобы были именно 7 дней на сухих дни. Может кто-то зайти на 2 дня, может кто-то зайти на 3 дня. Потом пересмотреть, так как записи все будут у вас сохранены в постоянном доступе, вы можете через какое-то время повторить эти процессы, и вам будет намного легче пройти все ваши осознания через тело. И группа, в которую ты нас всех пригласишь, как мы о ней узнаем? А я думаю, что я оповещу это на своих каналах, на телеграм-каналах, и вы все об этом узнаете.